Мозоли мешают тренироваться, но на хорошие перчатки у тебя нет денег? Тогда тебе повезло. Сегодня я расскажу о самом дешевом способе защитить твои руки. Кстати, пару таких отличных перчаток я разыграю в конце ролика, поэтому не советую выключать это видео. Об этом способе я узнал от Василия из балашихинской команды «Барбос». Кстати, очень рекомендую заглянуть в их группу ВКонтакте, там ты найдешь огромное количество тренировочных схем и мотивационных роликов. В чем заключается идея? Для этого тебе нужно отправиться в строительный магазин. И найти там утеплитель для труб. Вот так вот эта штука выглядит. И стоит за метр от 100 рублей максимум, в зависимости от того, насколько крутую тему ты хочешь взять. В принципе, подойдет любой. Она идет под диаметр труб, который очень похож на диаметр перекладины. То есть вот здесь за счет перфорации на самом деле очень легко все это раскрывать. То есть вот такая вот накладочка, она фактически занимает всю ширину турника, и при этом она мягкая, то есть если пальчиком надавить, она вот так продавливается. При этом она достаточно толстая для того, чтобы защитить от возникновения мозолей. И все, собственно, после того, как вы установили это, можно идти и подтягивать. И одна просьба от меня лично. Не нужно превращаться в эгоистичного придурка, который обматывает турники лейкопластырем. Если на твоих нежных ладошках возникают мозоли, это чисто твоя проблема, и никто другой от нее страдать не должен. Я не для того строил эти турники, ставил воркаут-площадки, чтобы ты их использовал как свой домашний турник. Если возникают мозоли, ты можешь купить перчатки, можешь использовать утеплитель для труб или придумать что-нибудь еще, но так, чтобы это не мешало другим занимающимся. Утеплитель ты можешь взять с собой на любую площадку, пока ты будешь заниматься, повесить его на турник. Как я уже сказал ранее, они бывают разной толщины, разной плотности, можешь подобрать его под себя в любом строительном магазине. Естественно, это не является полноценной заменой для перчаток, но если у тебя нет денег и если в основном ты только подтягиваешься и отжимаешься на брусьях, то утеплитель — это такое временное бюджетное решение, да, вполне себе сойдет. Ролик подходит к концу, а это значит, что пора объявить конкурс, о котором я говорил в начале. Будет заключаться он в следующем. Напиши в комментариях свой способ, с помощью которого ты справляешься с мозолями, потому что все, кто тренируется на турниках и брусьях, сталкиваются с ними. Я уверен, мы можем собрать очень неплохую подборку полезных советов. Так что пиши, в течение 24 часов я выберу лучший вариант, и его победитель получит парочку новых перчаток Workout Cyberpunk от магазина Workout. Ссылку на них я также размещу в описании. Если вдруг ты смотришь этот ролик, а конкурс уже закончился, не переживай, такие конкурсы я теперь буду проводить в каждом видео, поэтому подписывайся на канал, включай уведомления, потому что участвовать можно будет только в течение одних суток после выхода нового ролика. Если тебе понравился этот ролик и ты хочешь поддержать наш канал, загляни на страницу проекта на сайте Patreon. Ссылка в описании.